Давай ключи, или я трону тебя. Ладно. Спасибо. Смотрите на него. Властный и твердый. Расследует убийство как настоящий детектив. Отстань, перестань! Где этот фургон? Ну, я не... Нет. Нет, 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 Моисей, не захотел бы столько личных встреч. Я ни на что не злюсь. Да? Ты сослал меня в ад за насмешки. Не-не-не-не-не-не-не. Поверь, вряд ли тебе захочется узнать, что такое вошки. Как скажешь, сын. Что ты ей скажешь? Что-то нежное? У тебя именно такой взгляд. Но уже нет. Ну, отец, пора вернуть твое могущество. К сожалению, сейчас я этого сделать не могу. Но я уверен, что все будет хорошо. То же самое ты говорил про дурацких динозавров. Твое лицо, Люцифер, которое ты носил в аду. В жизни оно довольно лютое. Серьезно? Будешь критиковать мой вид, принятый, чтобы спасти тебе жизнь? Что бы я ни делал, он считает мои помыслы всегда нечисты. Да потому что тебя все не устраивает. У тебя нет стола, у твоей машины нет крыши, твоя кухня — это стена с виски. Прослушку. Как волнительно. Что мне надеть? Как разговаривать? Я всегда считал, что этот британский акцент что-то выбрал немного вычурный, но может, мне тоже попробовать? Ничего ты не попробуешь. Ладно. Ладно. Ладно, он, значит, спускается, осуждает все подряд, что нелепо, ведь он сам все это создал. Какая прекрасная потная комната, Люцифер. У вас все нормально? Угу. О, могло быть лучше, но я счастлив побыть с сыном и весело проводить с ним время. Кстати, не зевай, сынок. Что? О, Дэниел, ты не против объяснить этому... джентльмену, как я важен для отдела расследования? Не сейчас, Люцифер. У него стол есть. Может, если будешь больше работать, однажды достигнешь уровня этого мужчины. Пойдем, отец, вернем эту маленькую хулиганку ее папе. Доброе утро. Отец! Вот завтрак. Отец! Личное пространство! Да брось. Думаешь, я впервые вижу тебя голым? И вообще, если б я получал по центу каждый раз, когда видел кого-то голым в этой комнате, на столе, на перилах, на полу, на пианино... Могу помочь? Да. Это мой сын, Люцифер. Очень ценный помощник. Консультант полиции. У него нет стола, ведь он любит двигаться. Ясно. Ну вот, опять. Да поставь! Мне нравится. Люцифер, я вижу, откуда у тебя деловая хватка и очарование. Оба пункта неверны. Он подарил мне только ад. Нравится. Что скажешь? Немного горький. Где ты его взял? В Боливии, сгонял туда утром. А. Чистый, органический, от одного чудесного фермера. И название Хесус. Уникальный метод обжарки. Ладно, 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 ладно. Он превосходен, ясно? Ты выиграл. Больше я в чужой монастырь не полезу. Пусть только песню добавит. А, теперь он танцует. А, простите. Спасибо. А.